Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Вот и пролетел первый месяц лета, но это не повод расстраиваться, ведь впереди еще два, наполненных интересными культурными событиями. Как встретить первые выходные июля, расскажу прямо сейчас. На этой неделе состоялось открытие Грушинского фестиваля. Одному из главных культурных событий региона исполнилось 50 лет. Он пройдет в традиционном формате и на привычном месте на Мастрюковских озерах. Фестиваль продлится до 2 июля. Все 4 дня на сцены под открытым небом выходят легендарные барды и молодые авторы-исполнители, которые хотят заявить о себе. Кульминацией фестиваля станет субботний ночной концерт на плавучей сцене гитаре. Он начнется в 22:00. 1 июля Библиотека народов Поволжья приглашает на пешеходную экскурсию по улице Алексея Толстого, улица Казанская. Чем удивительна эта тихая улочка, какие события происходили на ней, кто из известных людей частенько по ней ходил и почему улица Алексея Толстого изначально называлась Казанской. Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете уже в эту субботу, начало в 15:00. Зарядиться хорошим настроением поможет театр «Самарская площадь». 1 июля зрители ждут на спектакль «Темная история». Комедия о молодом начинающем скульпторе. В один день у него назначена встреча с богатым коллекционером, желающим купить одну из его работ, и знакомство с отцом его невесты. По закону жанра все идет не по плану. И поистине катастрофическая ситуация для героя выглядит крайне комичной для зрителя. Начало спектакля в 18:00. В детской картинной галерее заканчивает свою работу выставка «Муза, мама, авиатриса. Женщина на фоне времени». Увидеть ее можно до 2 июля включительно. Экспозиция о разных женских ролях в истории и современном мире, в обществе в целом и в жизни каждого из нас. Женщина может быть источником вдохновения, объектом изучения и любования, любимым лицом, а может круто изменить мир. Экспозиция дополнена женскими инсталляциями из истории и современности, а также яркой фотозоной. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.